В частности, информационное агентство Оренбуржье сообщает, что в списке задержанных 4 человека, в том числе и известный предприниматель, экс-депутат областного парламента Виктор Иониди. Более подробной информации Следственный комитет пока не дает. Сейчас следователь выясняет все обстоятельства, а также мотивы преступных намерений. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству, совершенному по найму».